Хорошо. Шикарно. Всем привет. Привет. Сегодня будем ловить щуку на самодельные приманки. Жена будет ловить на такие приманки, которые делал в прошлом видео. Опс. А я на цикады ультралайт. Так сказать, сделаем батл. Есть? Угу. У Юльки поклевочка. А я цикаду менял. Ушло? Ага. Блин. Жаль, жаль, жаль. Жаль, 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 бо я чувствовала, что там было. Ну да. Точно не килушка, не двушка. Зеленая? Да. Ну покажи. Кстати, в прошлый раз тоже на эту блесну щука взяла. Прям цвет вообще топ. Кстати, кто не видел видео по изготовлению этой блесны, подсказку оставлю в правом верхнем углу. Давай удочку. А? Дай удочку. А что, за Юлю не переживай, за удочку переживай, да? Угу. Клюка. Ну давай, пятерка. Сейчас, таки після мене. Цапанула щучка, сошла на цикаду самодельную. О! Есть? Есть! Умница! О, хорошенько. Ой, блин, ой, ой, ой. Фрикциончик подзатяни. Куда? Он иди сюда, Паша, с подсаку, Паша. А где подсака? Хороша. Шикарно. Давай, Паша. Ой, я подсакал. А Паша стоит. Ох, капец. Самодельные блесна рулят. Я не бачу, где вона. Угу. Опа. Ох, хороша щучка. Просто огонь. Боже, у мене це трешка. Я не знаю, сейчас мірю. Или 2,5. Так, покажи, на что взяла. Да, заглотила хорошо. Так, сейчас, наверное, покажу все-таки. Главное. На кислотную взяла блесненку
которую недавно делал. А зеленая была самая уловистая. Ой, подожди. Так, сюда пока. А зеленая была уловистая. На том дереве оставил вчера. Печаль, беда. Так, взвесим. Паша, ты меня сфоткаешь? Конечно. Паша, скажи, пожалуйста, а что приплелась сюда до нас птичка? Она рыбки хочет, да? Да-да-да. А тебе там все равно плывут, Паша, их все бежит за всего, Паша, тебе. Угу. Вони побачили рыбку. Так, щучка. Так, взвесим. Два 330. Вот на такую самодельную блесенку взяла щучка. Медь немного потускнела, нужно было лаком скрыть. Так. Продолжаем. Ого, Паша, дави, якого я тільки що дернула, подивись. Ого, карп. Ничего себе. Це ось прямо тут ось в камні. Я почула тичок. Карп десятка. Не чіпай, будь ласка. Опупеть, це вузька. Ого! Привет! Капец! Что, Паша, вылушать? Ну да. Аккуратно. Рыбка на вечер активизировалась. Есть. Ох. Ушел? Нет, есть. Вот тут Паша разловился. Да, на ультралайт поинтереснее будет. Тоненький шнурочек. Ну что, а? Ага. Кто ж там? А где он? Блин, он еще далеко, да, Паш? Угу. Я бачу. Сегодня прям полный отрыв. Прям осенний жор. Самый настоящий. Не понял, это что, не щука? Забагрил? Щука, да. Щучка невеличка, Паша, но вони її пустять за голову. Угу. Промазала. Да. Маленьких ми не берем. Ні, не класненько. Диви, яка вона. Що ж ти покажеш мені? Ні, Паша. Я здесь не можу, тут все забрив. Если килограммчик, то возьмем. Тесть нам тоже уже три щуки килограммовых принес.
Ну где ты там? Держи его в шутку. Да что ж такое? Есть? Да. Ну что, нормальная щучка, килограммчик. Нормальная щучка. Тут даже больше, где-то 200 кило. Я такой, куда? Иди сюда. Паш, ты мне геть не мешал, я все землю. Та все окей. О, все, вона йде, диви, подивися, Паш. Паша, тобі треба туди. О. Ой, оце стрілу зробило до берега. Де вона? Оце йде, йде. Так. Чекай. Мимо. Ні, виходить, виходить. Блін, ушло. Оба. Є ще одна зубата. Підсок ласти склеїв у пущі. Ух. Аккуратно, не свій спині вкинув. На кислотную желтенькую блесенку взяла. Сегодня прям в отрыв блесни из термостата. А цикады молчат, вертушки мепсовские молчат, оригинальные. Даже оригинальная блесна мепса молчит. А самоделки рулят. А тесть поймал на другую блесну щук. Позже покажу. Причем вообще копеечная блесна. Тут главное подобрать цвет правильный для щуки. Где оно там? Под камнем. Прям под камнем. Прям под. Прям под камнем кто-то взял. Я не знаю, на щуку вроде не похоже. Походу карпа забагрил. Все, ушел. А я так хотела, ты помоги. Так. Как сюда. А сегодня прям полный отрыв. Ого! Спиннинг аккуратно пошли. Особо это отличается щучка. Ух. На 2-300. Просто шикарно сегодня. По блеснах выстрелили сегодня блесны из термостата. Копия на MAPS циклоп. В таком цвете кислотом и биметал, латунь, медь. А из бюджетных тест поймал 3 щуки на такую блесну в цвете золота. Атом от Фишенроя. И клевала только в этом цвете. Все остальные блесны молчали. Рыбачил я на ультралайт с Алиэкспресса и катушку. В общем, ссылки на снасти оставлю в описании, кому интересно. Надеюсь, видео понравилось. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока.